Базиль Эде, английский художник, родился 12 февраля 1931 года в графстве Суррей, Англия. В 1958 году его картины были выставлены в Лондоне в Трион галерее. С 1964 года он смог посвятить все свое время орнитологической живописи. В этом же году был его первый американский показ в национальной коллекции Смитсоновского института изящных искусств. Базиль Эде был одним из основателей общества художников дикой природы, почетным попечителем Ducks Unlimited, организации по охране диких животных и водно-болотных угодий в Соединенных Штатах. Он также был членом и сторонником Королевского общества защиты птиц. Базиль Эде умер 29 сентября 2016 года в возрасте 85 лет. Работы Эде собраны во многих галереях и музейных экспозициях. Все работы выглядят очень натурально и жизненно.